Возложение цветов к портрету героя Советского Союза Николая Чепика. Вот уже 21 год с этой церемонии начинается Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою. Соревнования помогают не забывать о подвиге нашего земляка Чепика и других воинов, погибших в Афганистане. Турнир с обширной географией от года к году не теряет популярности, а со статусом мастерского только привлекает внимание сильнейших бойцов из Санкт-Петербурга, Тулы, Рязани, Читы, Тюмени, Москвы и других городов России. Меняются спортсмены, меняются команды, участники меняются. Но в целом, вот так вот мы подняли вот эту планку мастерского турнира. Ну и, как правило, на этом турнире всегда больше 20 человек мастеров спорта. И остальные 50 на 50 спортсмены, кандидат мастера спорта первого разряда. Интересные бои больше все-таки в предварительных поединках. В финале мы видим двух как бы серьезных мастеров, которые там каждое действие просчитано, каждое движение подлежит анализу. Рукопашники проходят школу настоящей мужской подготовки и закалки, которые пригодятся и в жизни, и на службе. Все участники, побывавшие на ковре в спорткомплексе имени Охрименко, продемонстрировали отчаянное желание победить. И, разумеется, в каждой из семи весовых категорий не обошлось без красивых побед. Я считаю, что в этом году турнир намного сильнее, чем был в том году. В этом году и команд больше, и соперники намного опытнее. А также тут присутствует намного больше мастеров спорта, чем было в прошлом году. Я считаю, в этом году будет такой решательный поединок будет. Год назад юбилейные 20-е соревнования в Омске собрали почти 200 бойцов. Тогда победили петербуржцы из военного института физкультуры. А мячи же стали вторыми, заработав 7 медалей разного достоинства. Чемпионам этого года придется куда сложнее. Состав на кубке еще более укрепился мастерами и кандидатами в мастера спорта. Еще это и официальный кубок вооруженных сил. Уже стал традиционно под эгидой, сегодня у нас 242 учебного центра, под эгидой Министерства обороны здесь проходит, собирается. Сегодня приехало 27 команд, которые представляют. Это очень достойно, сильнейшие спортсмены России, те, которые выступают по Министерству обороны. Поэтому армейский рукопашный бой, он имеет свое предназначение и патриотическое, и спортивное, и, я думаю, что военное. Любой мужчина должен уметь драться. И любой мужчина должен обладать высокими морально-психологическими качествами. В первую очередь, это смелость, это храбрость. И они подлость никогда не сделают в этой жизни. Армейский рукопашный бой как общий знаменатель у спецназа, десанта и других военных подразделений. Не случайно большинство участников турнира уже служат или готовятся защищать Отечество. Глядя на этих крепких мужчин, не сомневаешься, родина в надежных руках. Ведь победители турнира – это готовые бойцы и по жизни, и на службе.